Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и давайте посмотрим нашу аналитику. Но прежде всего хочу сказать и напомнить, что Non-Farm на этой неделе ожидает нас в пятницу по Америке 17.30. Это по Екатеринбургу, если не ошибаюсь, 17.30. Вот. В остальном особо новостей нет, таких волатильных, поэтому полагаемся на технический анализ. Перейдем к терминалу. Фунт иена находится в консолидации, вот в этой, ожидаем, когда он из нее выйдет и упрется, соответственно, в линию сопротивления либо поддержки. Мы тут ее поджидаем, расставили сети. Евро-канадец в размашистой такой волатильности находится. Хорошо себя отработал на зеркальном уровне поддержки. Ожидаю, что еще раз может отработать. Это во-первых. Во-вторых, на отдалении линии поддержки и сопротивления также жду своего часа. Продаем и покупаем. Здесь продаем, здесь покупаем. Евро-доллар совсем недавно прям отбился. Отработал еще раз линию зеркальную. Поэтому тут уже сказать нечего. Пока что ждем новых каких-то формаций. Доллар-канадец. Прямо сейчас отбился от линии поддержки. Сейчас уже поздно здесь что-то торговать. Но если пройдет вниз, дальше пробьет, то ожидаем, что после разворота будет зеркальная линия сопротивления. И здесь продаем. Еврофунт находится в треугольной консолидации. Если начнет двигаться вверх, у нас линия сопротивления его ожидает. А внизу две поддержки. Одна послабее, другая посильнее. Причем это зеркальная линия поддержки. Она, я думаю, хорошо себя отработает. Новозеландский доллар недавно пробил, отбился от линии сопротивления зеркальной хорошо. Вот, сейчас пробил эту линию. Думаю, если закрепится, пойдет дальше. Здесь его ожидает линия сопротивления. Будем продавать. Что касается доллара иены, тоже находимся в зоне консолидации. Сверху сопротивление, снизу поддержка. Ну, все по классике ожидаем. Доллар-франк тоже такая достаточно волатильная у него фаза началась, прямо резко ходит. Ну, ожидаем здесь поддержки покупку, на сопротивление продажи. Ну, напоследок золото, пару слов. Сейчас пробили, значит, эту вот линию сопротивления, ушли вверх. На прошлой неделе я говорил, что ожидаем отдаление и потом возврат. Вот сейчас, походу, это отдаление только пошло. Вот, если она сейчас пойдет вниз, то ожидаю здесь покупку от линии поддержки зеркальной. Немножко она смазана, но практика показывает, что зеркальные линии, в принципе, могут долго оставаться. Сейчас немножко подкорректирую, наверное, это будет вот так теперь уже. Вот, скорее всего, вот так, да. Вот так будет точнее. Вот такие рекомендации. Все, не забываем про Non-Farm. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропустить мои рекомендации раз в неделю. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.